Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 18 августа 2022 года, и я продолжаю наш цикл поэтов имена в ожившей поэзии или соавтора ожившей поэзии, где мы показываем всех наших соавторов нашей замечательной ожившей поэзии. Их уже более чем 650 поэтов участвуют у нас в нашей ожившей поэзии. Я думаю, вот скоро буду пересчитывать, прибавится еще, наверное, имен 10. Итак, сегодня вы познакомитесь с такими новыми поэтами для вас. «Одинокий танкист» – такой псевдоним нашего первого соавтора. Композиция называется «Женщины». Музыка, исполнение и видео здесь Самуила Фрумовича. Далее, «А Бог не спросит на суде». Слова Арпи Оганяна, музыка, исполнение везде Самуила Фрумовича. Далее, «Счастье мое, где ты?» На стихи Татьяны Овчинниковой. Затем на стихи Александра Оленина «Мы не играли». И последняя на сегодня композиция будет называться «За что мы любим Новый год» на стихи Николая Орлова. Итак, начинаем. Это, по-моему, уже 64-й выпуск нашей замечательной ожившей поэзии с композицией «Женщины». Безпредметно обиженным, но излучающим.
отвечаю, ответ. Вы наше счастье и муки сердечные, мудрый к открытию вино. Но глубину ваших душ бесконечную смертным понятия не дано. Вы наше счастье и муки сердечные, мудрых открытий вино. Но ваших душ бесконечную музыкальная композиция «Экспромт», «Женщины стихи», поэт «Одинокий танкист», музыка исполнения Самуила Трубовича. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи найдены в интернете, стихи Арпи Оганяна. Композиция называется «Об огне спросит на суде». Музыка исполнена Самуила Трубовича из цикла «Ожившие поэты». «Об огне спросит на суде, каких размеров был твой дом? Он спросит, много ли людей ты приютить готов был в нем? Он не задаст тебе вопрос о том, какой машина марки. Он спросит, сколько в ней подвез ты в зимний день и летом жаркий. И спросит Бог, какого цвета твои глаза и кожа были. Он спросит, сколько людям света ты дал, когда они грустили. Не спросит он, где ты работал, какую должность занимал. Он спросит, скольких ты заботой и честностью своей объял. Ему не нужно ни богатство, ни наши горы за плечом. Ведь он для нас готовит царство, в котором нет нужды ни в чем. Ему не нужно ни богатство, ни наши горы за плечом. Ведь он для нас готовит царство, в котором нет нужды. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Трубович, музыкальная композиция «Экспромт». А Бог не спросит на суде слова Арпи Оганяна. Друзья, послушайте мою новую песню «Экспромт».
Нашла замечательная поэтесса Овчинникова Татьяны Сергеевны. Песня называется «Счастье мое, где ты?». Музыка исполнения Самуила Крумовича, видео из интернета. Послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи Александра Оленина. Композиция называется «Мы не играли». Музыка исполнения Самуила Крумовича из цикла «Жившая поэзия». Или улыбнулись боги,
столкнув с тобой нас пару лет назад, связал в одну две разные дороги. Мы не хотели спрятаться в словах, сплетей зимы вокруг для скрытой мысли. Не испытали друг животный страх, поняв, что среди мира вновь зависли, зависли, парили в пустоте. Весь мир внизу, а мы с тобой летали, нам все равно завидует пусте. То чувство невесомости не знали, мы не боялись в пламени своем сгореть дотла, оставив ветру пепел. Дали лишь о том, чтобы этот ветер шторма был свирепей. Мы не желали правды жизнь познать, что нас влечет по замкнутому кругу, по сфере счастья. Только лишь друг другу мы не желали правды жизни знать, что нас влечет по замкнутому кругу, по сфере счастья миг мы возжелать, но не себе, а только лишь друг другу. Спасибо за внимание. С вами был Самаров Румович, музыкальная композиция «Экспромт». Мы не играли стихи Александра Оленина. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи Николая Орлова. «За что мы любим Новый год?» Музыка исполнения Самуила Фрумовича. Видите из интернета, из цикла «Ожившая поэзия». «За что мы любим Новый год?» «За яркий праздник и веселье?» «За то, что любит наш народ?» Принять на грудь чудное зелье, за то, что Новый год несет нам безотчетное волнение, а елками игры хоровод доводят нас до исступления. Еще любим Новый год, когда традиции в моде, что есть незыблемый оплот всей человеческой природы. Снегурочка и Дед Мороз поздравят с любым эти. Опять растрогают до слез, ведь в глубине души мы дети. А кто-то любит Новый год за то, что не дает покою, за жар признаний сладкий мед, за расставание под луною, за веру в
выяснилась любовь, надежду в лучшее начало. За все, что будоражит кровь, о чем душа и мироц мечтала, за веру в искренность любовь, надежду в лучшее начало, за все, что будоражит кровь, о чем душа и плоть мечтала. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Композиция «Экспромт. За что мы любим Новый год?» Стихи Николая Орлова. И на этом, друзья, заканчиваю. Это был 64-й выпуск из цикла «Соавтора ожившей поэзии от А до Я». И на сегодняшний день мы уже достигли половины нашей задачи на сегодняшний день. Спасибо вам за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Всем доброго. До новых встреч.